привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Bloons TD6. И в этой серии я буду выполнять довольно-таки обширное испытание, которое у меня уже просило довольно-таки большое количество зрителей. А суть этого испытания заключается в том, что должен создать всех парагонов и также добавить нашего мстительного бога Солнца. Это вот как наша суперобезьяна, то есть вот как вот это. Этот бог, только он будет черный. У нас такой прям мстительный, самый настоящий. И это на самом деле очень жестко. Нам очень много понадобится денег. И я решил выбрать карту кубизм. Идем на сложный уровень сложности. Просто эта карта довольно-таки ровная. И здесь можно будет поместить довольно-таки хорошее количество всяких ферм. К тому же, тут очень как бы... хорошо будет ставить обезьян-флибустьеров. Для того, чтобы потом их сделать парагоном. То есть тут вот аж два водоема, не маленьких. Как раз будем дополнительных туда еще флибустьеров ставить, чтобы получать больше денег. Это нам все очень надо. А пока что, наверное, будем копить на Бенджамина. Блин, немного прошло, но да ладно. Не страшно, в самом начале можно. Так. Все, нам теперь хватает. Куда бы его, знаете, так поставить, чтобы он нам так не мешал? Вот ставим здесь, потому что здесь нам никакую ферму не поставить. Так. Пока вроде бы идем нормально. Я бы еще, наверное, сразу нам поставил обезьяну мага. И сделал ей вот эту вот стену огненную. Так как она действительно будет нам помогать дефать очень хорошо и... В самом начале игры мы сразу же сможем задуматься оба на новых фермах. То есть сразу же уже начинать прокачку и не думать пока больше ни о чем другом. Ну, для этого, конечно, нам надо немного накопить денег. И еще мне интересно будет потом посчитать, наверное, лично для себя, сколько стоит прокачка для обезьяны-мага. Вот такая вот с огненной стеной. И сколько, например, для обезьяны-инженера. Просто я довольно-таки часто инженера тоже начал ставить. Особенно против боссов. Он очень полезен в самом начале. И мне интересно, вдруг, как бы огонь поставить все-таки дешевле будет. То это будет же очень выгодно. Огонь, как по мне, очень сильный. К тому же можно немного докачать, и он будет видеть камуфляж. Единственная проблема в том, что... А как бы он не пробивает фиолетовые шары. Поэтому вот. Так, у нас тут 12 раунд. И мы уже активно начали копить на банановую ферму. Почти накопили даже. Так, многие зрители мне писали о том, что я могу проходить это испытание на легком уровне сложности, так как и так все очень дорого стоит. Хотя бы на легком, может быть, это будет подешевле, с учетом того, как мне много всего надо. То есть здесь, типа, лучше бы я использовал легкий уровень сложности, но я что-то не знаю. Я всеми силами надеюсь, что и так все будет хорошо. Выбрал все-таки сложный уровень. И будем смотреть. Так. У нас тут уже 18 раунд. Давайте сразу же еще одну ферму тут поставим. Нам надо их ставить поаккуратнее, чтобы взять как можно больше. Я тут еще сейчас присматриваюсь к месту, где можно будет поставить ферму. Точнее как, обезьянью деревню, чтобы к ней потом прилепить еще фермы. Как бы, что будет получше. Так, давайте тут временно уберу. Здесь помещается. Я просто думаю, вот знаете, вот здесь вот по кругу сделать... А вот сюда поставить обезьян деревню. Как по мне, это будет неплохое место. Так. Уже очень много накопили денег. Почти на первый рынок есть. Так, сейчас пролетит один камуфлированный шар. Это не страшно. Потом, если что, прокачаюсь. И будем с ними уже справляться с легкостью. Так. В любом случае, у нас уже есть один рынок. Это очень классно. Давайте все-таки немного обезьяну обычную прокачаю, чтобы она могла справляться с камуфляжем и немного быстрее вот стреляла.
так как это нам очень пригодится, особенно чтобы разбить эти фиолетовые шары. И тогда обезьяна Макс сможет их добивать. 27-й рынок, точнее сказал, раунд. У нас, ой, что-то я там накосячил. Но у нас уже есть второй рынок. Пока что вот так будем по горизонтали выставлять. Так, уже можно, наверное, по второй линии нам прокачивать все. Так, и вот я еще могу нам прокачать, чтобы он видел камуфляж. Потому что скоро пойдет раунд, где будет приличное такое количество камуфлированных шаров. И как раз таки этот скилл нам очень пригодится. Так, пожалуйста. Так, ну вроде более-менее нормально. Немного, конечно, прошло, но да ладно. Потом просто арбалет ему докачаем. Так, все, четвертая банановая ферма у нас уже есть. Так. И 34-й у нас раунд. То есть, как по мне, пока что мы идем уверенно. Все у нас неплохо. Жизни копятся. Что тоже не может не радовать, так как это нам пригодится, наверное. Я на это надеюсь. Ну как, точнее, я надеюсь, что нам это не пригодится, что у нас и без этого все будет хорошо. Но в любом случае, это очень полезно. Так, давайте поставим еще один рынок. И будем уже готовиться к мобу, который нас уже ждет через 3 раунда. Зато вот его я не очень-то и жду. И я еще понял, что нам надо было, наверное, обезьяна-мага куда-то вот сюда поставить. Таки здесь он будет получше, так как вот огонь в двух местах на входе и на выходе, типа. Ну да ладно, если что, потом поменяем. Так, вот сюда прокачаем мы наш бомбометатель. Я не знаю, долбиться моб нам стоит ли прокачивать, или мы и так справимся. Мне кажется, мы и так справимся, но на всякий случай можно прокачать. Все, теперь с полной уверенностью можно дальше фермы ставить. Так. Нам здесь действительно пригодится очень много ферм. Пока что я верю в этих трех обезьян. Мне кажется, они могут пока что справляться. Если что, обезьян с дротиками на них немного вкачаю еще. Так, еще. Я почему-то, знаете, думал, что у меня открыто достижение. Вроде же есть секретное там достижение, которое позволяет тебе использовать маленьких обезьян, чтобы они так не мельтешили на экране. И я думал почему-то, что у меня это есть. А у меня этого нету. А чтобы все это открыть, надо же там за фасти играть. Петфасти. Поэтому, видимо, после этого видео я буду часто за кадром играть за него, чтобы открыть все это. Так, там были немного у нас проблемы. Но, к счастью, мы совсем справились. Так, рынок. Еще есть один. Ну нормально, кстати, если вот так вот мы будем выставлять, то прям все очень хорошо помещается у нас. Так, я бы хотел поставить сюда вот фермера нашего. Как бы его сделать так? Давайте сначала на всякий случай поставим деревню. И от нее будем отталкиваться. То есть вот так. А фермер наш... Ага, это классно встал в деревне. Теперь фермер нигде не помещается. Подождите. Тогда лучше... Здесь. Вот здесь? Или я точно так же сделал? О, что-то ловит. Что-то он поймал. Блин, нам бы лучше вот куда-нибудь сюда. Ну ладно. Так, сейчас... Я смогу. Да блин, я не могу поймать. О, я смог. Это было невероятно сложным.
Так, и теперь давайте вот сюда поставим. Алло. Во. Я видел, ты поймалась. Как же сложно, вы посмотрите. Во, ладно, так будет. А сначала будем все поблизости ставить. Ой, вы посмотрите, а там некие проблемы. Давайте мы некроманта ему тут вкачаем. Ой, чё это не поставил? Вот теперь шарами будет нам намного проще. Выставляем дальше. Я до этого тут как бы не практиковался. В установке этих банановых ферм, поэтому не знаю, где точно. Ну, кстати, если так посмотреть... Тут их 6. А 6 это неплохо. Если мы их потом поглотим, так это вообще будет здорово. И потом еще новых поставим. Как бы автосборщик, вот все нормально. Он даже вот здесь вот может. Да здесь может, но тут мы не можем уже ничего поставить, к сожалению. Так, давайте. Оба. Начнем тогда прокачивать. Тоже эти фермы, потому что что-то я много раундов ничего не вкачивал, как-то затупил. Но мне так кажется, что сейчас мы все как бы окупим быстренько. По крайней мере, я этого очень хочу, потому что денег нам надо, ну, очень много. Так, еще одна. Пятьдесят четвертый раунд. У нас пока не так прям много ферм, но уже что-то на самом деле. Так, вот еще будет один рынок. Сейчас будем доставлять наши рынки. Еще бы я, знаете, чего хотел? Это на всякий случай уже нам поставить обезьян каждого типа, чтобы они постепенно набирали урон. Так как это будет нам для нас очень полезно, особенно потом для парагона. Так, давайте мы его наверх качаем. То есть вот как бы самая обычная обезьяна с дротиками уже набирает урон. Довольно-таки неплохой. Так. Вот эта обезьяна здесь будет у нас. Как бы нам ее так вкачать, чтобы все было хорошо. А давайте пока мы ее вот так вот вкачаем. Ну еще можем добавить одну. Ее уже вот так вот сделать. Плюс два эти обезьянов либустьера добавим. Тут экономно все сделать. Его надо, да, авианосца будет потом нам прокачать. Потому что авианосец будет неплохо так дамажить. И вот все, и пускай они у нас постепенно, знаете, потом... будут набирать урон, чтобы когда мы ставили их как парагонов, они не были первого уровня. Блин, как обидно, я что, здесь ничего поставить не могу? Такое пространство. Пустое. Так, ну и здесь уж точно ничего не поместится. Ну да ладно. Идем дальше. Ой-ой-ой. Сколько тут всего было? И чё, здесь тоже ничего не помещается? Блин, вот это тоже обидно. Так, давайте тут на авианосец мы, к счастью, тут накопили. Все, теперь он будет дополнительный урон наносить. Надеюсь, что вас на экране ничего не мельтешит на данный момент. Потому что под конец, я думаю, это будет. Это будет очень тяжело смотреть. Потому что когда столько парагонов, а они же... еще так стреляют по-дикому, что это действительно будет уже тяжело для вас, да и может быть даже для меня. Так, сначала я, наверное, буду прокачивать нашего мстительного бога солнца. Именно его, потому что это нам очень пригодится, так как мы потом сможем заставить эти места или что-то другое. Так как если мы будем пока ставить других обезьян, я боюсь, что мстительный бог солнца их поглотит.
Давайте я даже вот сюда вот поставлю. Вот сюда ближе, наверное. Чтобы он максимум поглотил вот этот вот рынок. Как бы это не очень страшно. Но пока что мы, наверное, будем идти дальше. Дальше добавлять наши фермы. Еще надо будет обычные прокачивать. Вот эти вот, которые я тут понаставил. Но их прокачка немного подороже стоит. То сейчас, наверное, будем уже начинать копить. 55-й раунд, как-никак, это уже довольно-таки большой. Опасно. Становится постепенно, и надо будет, наверное, потом нам кого-нибудь доставлять. Что-то так денег мало, аж непривычно было. 4 монеты. Все, посмотрите, сколько у нас тут рынков, сколько всех. Нам потом ведь это все надо будет дальше идти прокачивать. Ну, на данный момент нам надо копить 20 тысяч. Так, деньги быстро копятся. Мне так это нравится. Это 67-й раунд. Нормально. Вот, все. Первая исследовательская лаборатория есть. Банановый фермер уже собрал на 42 тысячи. Это нормально прям. Неплохо. Наши будущие парагоны постепенно наносят хоть какой-то да урон. Это тоже радует, потому что это нам как бы очень надо будет. Хобан. Еще прокачали. Пока живем. Все вообще спокойно. Можно будет вообще эту обезьяну флибустьера за 27 тысяч прокачать. Потому что она будет очень большой урон наносить. И это очень нам пригодится для прокачки нашего прогона. Пока что у нас 3 исследовательских лаборатории. Это очень здорово. И очень много рынков. Рынков прям вообще. Сколько у нас их? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23 рынка. Я, конечно, уверен, мы бы могли поместить еще больше. Ну, пока что нам и так сойдет. Как есть, так есть. Ой, не туда. Так. Идем дальше. Все, у нас теперь еще одна исследовательская лаборатория. И теперь мы можем прокачивать нашу деревню, чтобы поглотить все вот эти фермы. И, к счастью, они и так уже, знаете, ну, кроме этой, под радиусом деревни. Но если мы вот обезьяний город вкачаем, то она точно тоже должна попасть. Да. То есть все, теперь никаких проблем нету. Осталось накопить нам 30 тысяч, мы их все поглотим и будем зарабатывать деньги. Поставим туда еще фермы. И должно быть все у нас хорошо. Надеюсь на это. Так. Я вообще надеюсь на самом деле о том, что на сложном уровне сложности тоже можно будет создать Мстительного Бога Солнца. Потому что я его создавал еще очень давно. И когда я сам о нем только узнал и смотрел, как он вообще создается... Там в гайдах все говорили, типа, лучше там легкий уровень сложности, типа, обязательно вот изи. Так, тут была ой, была белая, я видел. Не надо мне тут. Опа, попадает, попадает. А хотя, что нам? Нам ведь, ой, сколько денег! Нам уже ведь не обязательно, чтобы попадал, мы же уже типа поглотили. Нам надо, чтобы вот этот попадал. А они, в принципе, все подходят. Так, сразу же уже есть одна исследовательская лаборатория, вторая. Я испугался, потому что я что-то больше прокачал. Хотя у нас не было столько денег. Так, пока вот эти еще вкачаем дальше. Вот эту нижнюю я пока что-то даже не знаю, прокачивать, не прокачивать. Потому что вдруг потом наша супер обезьяна ее поглотит. А я как-то даже не знаю насчет этого.
Так, все, еще одна лаборатория. 78 раунд. Я так думаю, что нам действительно надо будет потом вот попрокачивать. То же самое хотя бы принц тьмы сделать, потому что принц тьмы нам будет очень долгое время помогать. Причем очень даже хорошо. Так, обезьян с бумерангом тут уже какой-то урон наносит. Обезьянов ли бустер, конечно, это да. Это настоящая вещь. Всем советую. Так. Сколько у нас уже эта деревня принесла? 78 тысяч. Ничего себе. Мы пока что совсем справляемся, к счастью. Несмотря на то, что мы толком не уделяем время другим обезьянам. Но все сейчас деньги уходят на прокачку. Но я думаю, что с 80-м раундом мы точно должны справиться. Так вот, на центральный рынок. И самое главное, знаете, попробовать создать Мстительного Бога Солнца примерно, ну, к 100-му раунду, где-то вот в начале, так. Это будет реально успех, потому что на него надо невероятное количество денег. Минимум 1 000 000, если вот так вот посмотреть. Потому что надо ведь еще других ставить, там еще идти. Еще супер обезьяны, другие прокачки, которые стоят 1300. Ну, что-то да, что-то намного, конечно, понадобится. Надеюсь, что все будет хорошо. Так, победа. Ну, мы что, мы идем дальше. Сейчас я буду принца тьмы вкачивать. Быстренько мы тут накопим деньги. В прямом смысле быстренько, потому что мы уже накопили. И теперь вот с этими дирижаблями будет намного проще. Так. Центральные рынки сейчас будем ставить побольше. А в этой деревне уже 157 тысяч. Жесть. Так она реально прям очень большие деньги приносит. Это круто. Ну как-никак там аж 6 банановых исследовательских лабораторий было. А это немало, как по мне. А фермер 270 тысяч принес уже. Ну как принес? Подобрал. Так, идем дальше. Больше денег давайте, пожалуйста. Нам еще надо. Нам очень надо. Блин, я вот только что что-то вот посмотрел. А вот это ведь у нас обезьяна, она как-то так далековато стоит. Что я даже не знаю. Ну, мы потом, конечно, радиус увеличим. Но стоит ли это того вообще? Может быть, нам ее где-то, знаете, не сюда поставить, а вот сюда? Пускай он тут поглотит пару рынков. Это не так страшно. Ну просто, чтобы она нам потом больше помогала, а не так, что, знаете, она стоит и по приколу. Так. Вот эти три должны точно поглощаться. Насчет этого я не знаю. Ладно, давайте тут прокачаем его. Так, воплощение солнца у нас есть. И теперь, чтобы дальше идти и качаться, нам надо 50 тысяч потратить на любое строение из обычной. Вот обычно это то, что отмечено таким голубым цветом. То есть это мы сделаем наш пелькомет. Все, мы уже потратили. А к тому же 50 тысяч надо обезьян потратить на обезьяну из военной тематики. Из военной тематики я, наверное, поставлю вертолетчика. Так, почти уже даже накопили на него. Все, он куплен. И также надо 50 тысяч на потратить на какую-либо обезьяну из магической тематики. Это посередине сделаю на алхимика. И теперь можем покупать храм солнца. Ну как покупать? Копить на него. Для начала реально надо накопить на него. Ну, я думаю, мы сможем. Проблем как таковых не должно быть. Ну плюс сам он тут еще эти поглотит, конечно. Так,
Давайте я, наверное, прокачаю на всякий случай до центрального рынка. Хуже не будет. Так, сейчас все равно храм солнца мы уже будем прокачивать. Он все это поглотит, станет сильнее. Но мы не унываем, как бы. О! Блин, радиус-то увеличился. А я не знал, что у него так радиус увеличится. То есть, скорее всего, вот эта обезьяна с бумерангом, она попадает под отстрел. Поэтому мы, наверное, ее будем переставлять. Вот сюда. Ой, я же до конца прокачал. Ну да ладно. Не страшно. Так. Идем дальше. То есть, все, тут теперь надо 540 тысяч, но для этого нам надо повторить те же действия. То есть прокачиваем строение из обычной линии, из военной линии, потом из магической линии. Тут нам, конечно, пока что не хватит. Все уже хватает. И теперь у нас еще добавляется линия поддержки. То есть я на всякий случай вот беру нашу обезьянью деревню. Вот сюда даже ставлю. Она попадает под радиус. Это самое главное. И что тут лучше прокачивать? Вроде посередине. Да, посередине прокачиваем, потому что это стоит дороже всего. То есть вот как бы 50, по 50 тысяч мы потратили с каждой стороны. Но на этом мы не заканчиваем, так как нам надо еще две супер обезьяны поставить, которые не должны входить в радиус вот этой супер обезьяны. Одну из них мы должны прокачать полностью на линию посередине, а вторую полностью на нижнюю линию. И потом, тогда мы уже с уверенной душой можем настоящего бога солнца пробуждать. Ну что-то я теперь понимаю, что до сотого раунда мы не успеем, потому что такие деньги нам надо. Большие. Так, один с бумерангом. Вот на тебе, тут немного прокачайся. Очень жаль, что нам пришлось его переставить. Ну ладно. Так, супер обезьяна, посмотрите, тут 70 тысяч нанесла. С учетом того, что только вот эти вот самолеты. Неплохо. Так. Все, у нас одна из по линии посередине. И тут нам еще надо копить и копить, на самом деле, потому что эта прокачка очень дорогая. Легенда ночи еще 260 тысяч. Смотрите, можно? Так. Что-то мне подсказывает, что он не поглотит эту деревню, точнее, эту ферму. Поэтому можем ставить. 500 000 принесла. Это обезьянья деревня. Тут 800 тысяч. Офигеть. Так. Пока тут всякие можем скиллы повязать, которые у нас все временно есть. Конечно, скоро они у нас исчезнут. Потому что эти обезьяны будут поглощены. У нас хп 1276. Ничего себе, накопили. Неожиданно. Так. 160. Ну, 180 тысяч. 190, 200. Опа! Теперь у нас есть легенда ночи. И теперь мы можем купить 540 тысяч. Сейчас мы быстро его уничтожим. Тут нет никаких проблем. И выходим уже на сотые раунды. А деньги-то, кстати, посмотреть-то неплохо очень идут. То есть за раунд можем большое количество денег накопить. И это меня очень радует. Сейчас у нас уже 120 тысяч, и нам осталось 410. Опа. Дальше копим, дальше идем. И все будет хорошо. Так, супер обезьяна нанесла тут 200 тысяч. Обезьяна маг 300 тысяч. Ну, бомба металь 100 тысяч. Ничего себе. Обезьяна с дротиками 64. Давайте мы тут их немного прокачаем. Чтобы они у нас все равно это... урон-то копили. Вот здесь вот флагманский авианосец нам точно надо прокачать. Желательно. И теперь посмотрите, как урон начинает расти. И это очень здорово, это нам пригодится. Хотя бы мы не будем создавать, знаете, парагонов сотого уровня, но хотя бы они будут не первого, и это уже даст нам большой буст.
по урону. Это очень здорово. Так, 300 тысяч у нас уже накоплено. Осталась меньшая часть, и мы... Ну вот, представляете, мы поставим только первого из четырех запланированных обезьян наших. Офигеть. Это ж сколько вообще будет длиться? Вот, наверное, я когда всех поставлю, потом я также поставлю на паузу и вернусь к вам, когда, ну, проиграю, наверное, чтобы мы посмотрели, какой раунд у меня будет максимальный и сколько, ну, сколько вообще так проживем. Пока что у меня в игре был максимальный уровень, ну, точнее, максимальный раунд, это 220-й. Я его как раз-таки побил, когда создавал Мстительного Бога Солнца. Я не знаю, вот сейчас вот получится у меня побить или нет. Надеюсь, что да, хотелось бы на самом деле, потому что тут еще ведь добавятся другие парагоны. Тоже невероятно сильные. Так, ничего не вижу. Опа! Так вот делаем. Блин, я только сейчас понял, что можно было еще ставить других флибустеров, чтобы дополнительные деньги получать. Давайте настоящего бога солнца ставим, смотрим. О, фу, получилось. Наша супер обезьяна, мстительный бог солнца. Вы просто, наверное, могли заметить, как он в какой-то момент ничего не делал. Я такой думаю, что происходит? Почему ничего нет? А на самом деле оказалось, что все хорошо. Так и ладно. Так и надо. Так. Добавляем тут наши рынки. И похоже, из-за того, что у нас поглотила суперобезьяна вот эту вот деревню, тут намного дешевле стали стоить прокачки. Вы можете заметить, что тут центральный рынок стоит 12 тысяч. Ну, почти 13. Хотя так он стоит, как бы, 16 тысяч. Экономия в 3000 – это очень хорошая экономия, как по мне. Так, мы тут добавили. Здесь можем еще добавить. Больше денег нам только лучше будет. Так, алло, алло. Что, ничего не ставится? Ну да ладно. Ну все, уже первая башня есть. Смотрите, как по урону теперь она наносит. Это что? Это... И не успела считать. Но это 1 миллион, да, как я понял, по урону? Но все равно неплохо, с учетом того, что она стоит немного всего. Обезьян этот флибустер уже очень много нанесла, 400 тысяч. Так, давайте к нему добавим вот этих обезьян. Вот торговое судно вообще лучше сюда поставить. И другие будем заставлять. Ей же. Так. Все прокачиваем, прокачиваем. Чтобы больше денег еще было. Конечно, этого надо было, наверное, делать пораньше. Что-то я поздно спохватился. Ну да ладно. Так, еще, кстати, мы можем попробовать выполнить одно достижение. Для этого мне надо будет поставить несколько флибустеров посередине. Потому что у меня почти выполнено достижение, где надо крюком их приманивать. А как бы тут их поставить? Вот. Что на карте творится, я ничего не вижу. Так. Ладно, вот сюда еще одну поставим. Я хочу продать нашего обезьяна-мага. То его дирижабли мешают. Подождите. Мы чуть не проиграли, а знаете почему? Я только что хотел это сделать. Ну все. Хорошо, что я вспомнил. Так, вовремя на самом деле вышел, потому что это был бы проигрыш. Знаете, какой обидный? А все потому, что вот наш... Истинный мстительный бог солнца, несмотря на то, что он как бы нашу деревню поглотил, он не видит
камуфляж. Вот это вот прям обидно. Так, вот сюда мы ставим, увеличиваем радиус и вот так вот прокачиваем. И все, теперь он тут все видит. И давайте тут еще вот это вот докачаем. И теперь у нас точно должно быть проблем. Так, вот его удаляем. Что я тут еще делал? Нам надо... Давай тут пока нет у нас никакой спешки. Вот еще вот одного такого добавим. И все. Теперь точно не должно быть проблем в этом раунде. Так, тут вот захватываем. Крюками. Вот видите, они теперь сразу же уничтожаются. Мстительный бог солнца их не щадит. А до этого он их не трогал, потому что как бы не позволяло. Ему ничего не позволяло. Тут мы ему еще радиус увеличили, поэтому все должно быть очень даже хорошо теперь. Так, тут вот уничтожили. Вот захватили 22 тысячи. Тут 500 000. Ну тут, конечно, по нулям будет. Но они хотя бы деньги какие-то приносят. И я даже не знаю, кого нам сейчас делать. То есть, может быть, попробовать господина Глеф сделать. То есть, для этого нам надо еще вот так вот прокачать одну. Вторую взяну вот так вот. Ой, я чуть уже не это, не начал задавать. Пока нет. Пускай они хотя бы немного еще урона набьют. При этом еще добавляем тогда такую у нас обезьяну. Такую вот. И можем еще одну прокачать на нижней, по нижней линии. Так, сколько? Почему они не кликабельные? Почему по ним попасть не могу? Я тут кого-то ставил. Понятно, тогда я, у меня уже все, знаете, паника началась. Так, бомбометатель нам не нужен. Один с дротиками очень хорошо идет по урону. Так, все, я запутался. Но мы тут вот еще так делаем. Ой, еще опять не создал. Теперь их хотя бы тут две будет. Вдвойне больше урона. Ничего не видно, ничего не понимаю. 122 раунд. У нас 700 тысяч. Это уже немного выхватает. Немного, даже нормально, если так посмотреть. Что мы тут делаем? 600 тысяч. Неплохо они, нормально так идут. Поглощаем их всех, забираем. И, наверное, будем все-таки прокачивать нашего морского наварха. Так как мы уже довольно-таки много набрали всего. Будет хоть какая-то степень. 25-я, неплохая степень. И теперь будет намного все проще. Посмотрите, он тут все сам забирает. Так. И теперь у нас на следующей очереди, наверное, будет обезьян с бумерангом. Чтобы тоже у него был хоть какой-то... какая-то степень. Сейчас их тут попробуем поставить несколько и попрокачиваем вот так. Подождите, какая у него самая дорогая прокачка, мне интересно. Посередине. Все, будем качать их посередине, чтобы больше денег на это потратить. Опа. Идем тут дальше. Тут еще потом поставим. Потом мы, наверное, будем эти банановые фермы продавать, чтобы они уже глаза не мозолили. Потому что их реально уже тут очень много. Прям невероятно много. Но пока что нам нужны их деньги. Поэтому они тут еще будут. Но в любом случае меня уже радует о том, что две обезьяны из пяти запланированных у нас уже есть. Что мы идем в правильном направлении. Движемся и не отстаем. Так, ну по-моему, уже неплохо. То есть там надо где-то в размере 50 тысяч потом понаставить их. Мне кажется, они уже есть. Так, вот этот сколько нанес? 160 тысяч урона, это очень хорошо. Обезьян с бумерангом тут на 70 тысяч урона. А вот это вот? Ну тут 200 тысяч.
Тоже классно. Ой, у них тут скиллы есть свои. Так. Я даже не знаю, вот сейчас ли нам уже создавать этого парагона. Наверное, да. То есть будем все-таки его создавать. Так, давайте посмотрим, что у нас тут получится. Степень 21, тоже неплохо. Как раз таки, как есть, так и есть. И теперь мы, наверное, будем создавать... Не, давайте владыку плазмы будем самого последнего создавать. Потому что когда мы его будем создавать, у нас разнесет всю карту. У нас вся карта будет в его снарядах невероятных. Поэтому пока что мы будем создавать нашего парагона из этого обезьяна-ниндзя. Я, кстати, не помню, как называется парагон из обезьяна-ниндзя. Надо будет потом посмотреть. Потому что у этих ведь написано. О, где? Вот, да, морской наварх. Господин Глев. Поэтому узнаем. А то я действительно что-то как-то не помню. Так, неплохо тут, кстати, я что-то вместил. Нормально. Тогда было больше проблем с этим. Так. Еще деньги тратим. Еще тратим. Мы миллионеры, мы себе можем позволить. Так. Уйдем дальше. 133-й раунд. А как бы, а мы только наращиваем свою мощь. Становимся все сильнее и сильнее, и как бы... Со временем нас вообще уже не остановить будет. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Мои мечты, мечты. Ну вот, если так посмотреть, что парагон из обезьяны-ниндзя будет не такой сильный, ну, точнее, как его степень будет не такой большой, потому что он не так много надамажил нас за все это время. Но уже хоть что-то, я ему все равно уже благодарен. Так. Что у нас тут? С обычной обезьяной с дротиками у нас вообще нет никаких проблем. По уронам они нормально так надамажили. Даже тут 83 тысячи. Но это довольно-таки слабо. Здесь их должно быть много, чтобы они больше урона набирали. Так. 148 тысяч. Ну все, сейчас накопим и будем прокачивать. Я думаю, этого хватит. У нас уже все готовы, чтобы идти дальше. 648 тысяч, это же офигеть. Это очень много. Так. Все. Прокачиваем. 24, кстати. Степень-то неплохая. Вознесенная тень. Вот, как его зовут, оказывается. Так. И очень классно, что обезьяна флибустерва, посмотрите, 44 тысячи нам уже принес. Супер обезьяна 140 тысяч нам принесла. Офигеть. Спасибо. Ферма 1,5 миллиона. Банановый фермер 2 миллиона. Ну, 2 миллиона 300 тысяч. Так. Теперь на обезьян с дротиками на 378 тысяч. Это как бы немало, но если мы вот эти вот все будем продавать, у нас вообще вот все на изи. Ну, для начала давайте я тут вот этих пока понаставлю. Ой-ой-ой, куда я поставил? Ничего не вижу. Вот здесь вот попробуем сделать. Мы их тут будем посередине качать. Потому что это довольно-таки дорогая прокачка. Ничего не видно. Пожалуйста, хочу все увидеть. Так, давайте тут даже вот скилл завязаем. Посмотрим, что у них тут по урону будет. Ну да, хотя бы урон начинает возрастать. Хоть какой-то. Так. А чё, все? Мы прошли эту игру, ничего нового не начинается у нас. А чё это реально? Мы как-то, мы его слишком быстро уничтожили и... А, ну вот все новое пошел.
Видимо, действительно игра не была к такому готова. Так, тут еще прокачиваем, чтобы они хоть как-то все равно свой урон увеличивали. Так как для парагона это нам очень пригодится. Хочу еще, знаете, потом попробовать сделать такую серию видео, где я буду создавать парагоны сотой степени каждого типа. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Интересно было бы вам на вот это вот посмотреть. Потому что мне реально интересно, изменится ли он как-нибудь внешне и возрастет ли его сила. То есть это прям будет вообще здорово. Прикольно. Так. Что у нас тут? Используем эти скиллы. Смотрим по урону. Тут, кстати, вы посмотрите, 12 тысяч, неплохо. С учетом того, что это даже не главная обезьяна, а как бы подклуб плазмы обезьяны, вот сама по себе, она что-то урон-то намного хуже набрала. Так. Тут мы это продадим. Я потому что тут ничего не вижу. Так, еще вот это можно продать. Чтобы тут добавить немного. Опа, еще вот так сделаем. Снова используем этот скилл. И урон действительно неплохо так начал набираться. Еще вот такие вот скиллы поиграем. Не знаю, добавит ли это нам чего-нибудь. Так, тут смотрим, тут смотрим. Все равно вот эти вот как бы обезьяны, которые здесь поставлены, они тоже уже урон хороший так набрали. Здесь 70 тысяч, здесь. Тут 143 тысячи. И давайте, наверное, будем продавать постепенно. Блин, я не помню, на какую кнопку просто так вот брать и продавать. Потому что это, наверное, бы сэкономило и мне много времени. И вам бы так не пришлось залипать на это все. В любом случае, вы можете посмотреть, у нас как бы уже миллион есть. Так. Вообще уже жесть, мы реально миллионеры. Когда все вот эти, наверное, допродам, ну будет точно 1,5 миллиона у нас. Я, наверное, еще кого-нибудь добавлю. Каких-нибудь обезьян дополнительных. Чтобы посмотреть на нашу максимальную эту способность. Блин, как классно, знаете, вот когда продал вот эти вот все рынки. И так глазам приятно. Все так спокойно стало. А у вас же, наверное, видео это вообще ужасно все выглядит. Так, давайте еще несколько добавим. Можем себе позволить, тем более сейчас. Так, не забываем использовать эти фан-клубы. Хоба, хоба. С этой стороны, кстати, тоже теперь мы можем. Все используем, все добавляем, пускай тут стреляют. Хоба, хоба. Ну мы не сдаемся и идем дальше. Я в шоке. Так, как у нас, кстати, пока что по парагонам? Я сюда обезьян с дротиками одну поставил. Нормально. Прикольно. Так. Это сколько урона? 17 миллионов, да, наверное? Ну, 18, неплохо. Так, тут 34 миллиона. Тут 26 миллионов. Или как? Нет, тут 2 миллиона. Что-то я перестарался. А вот здесь 31 миллион. Или нет? Я опять перестарался. Здесь 3 миллиона. Что-то я это... Молодец вообще. Ну, у этой вообще такой радиус большой. Посмотрите, как она стреляет, как много урона наносит. Это невероятно. Так. И все, я думаю, что последний вот такой вот скилл мы используем. И будем уже прокачивать.
Потому что урона они уже теперь немало, кстати, нанесли в общей сложности, если так посмотреть. Давайте на 155-м раунде мы будем создавать нашего последнего парагона. Я просто хочу его сделать более-менее таким сильным, чтобы у нас все было нормально. Так, давайте тогда для этого мы тут еще добавим для фан-клуба вот этих вот всех. Больше в фан-клубе будет людей, веселее жить будет. Так, вот этот скилл еще используем. Посмотрите, сколько тут атак плазмы этой. Ну, неплохо. То есть у них тут, у всех там по 50 тысяч, по 40 тысяч урона. И в общей сложности это уже выходит так нормально. Очень... Ой, пушка. Чуть пушку не поставил. Блин, так интересно, на самом деле, как будут выглядеть парагоны другие. Вот нашему наварку он вышел уже почти месяц назад. Следовательно, следующий парагон где-то через месяц, через полтора должен появиться. Я очень жду, и мне очень интересно, как это все будет. Так, 154-й раунд. Тут ставим. На самом деле, очень много тут уже потратили денег. Уже даже далеко не 50 тысяч, а все, я не знаю, все 200-300. Так, что у нас тут по урону-то? Все хорошо, и давайте создаем нашего обезьяна с дротиками, владыку плазмы. Где бы нам ее создать, вы знаете, так, чтобы нормально было. Потому что их уничтожают в самом начале еще. Может быть вообще, хотя где? Вот здесь, наверное, бы я где-то создал. Хотя у нее радиус увеличенная деревня. Так бы у нее не был такой он большой. Блин, как сложно, на самом деле. Можно хоть здесь. Давайте здесь попробуем все-таки создать. Он будет так на входе настреливать. Невероятно. 44 степень. Во, вот это я понимаю. Все, урон пошел. Неплохо. 157 раунд у нас. И давайте мы тут добавим... Ой, кого бы мы тут еще добавили? Так, давайте вот здесь вот полностью прокачаем. Как бы тут сделать? Вот он вроде будет полностью идти по дороге. И как бы урон очень хороший. По мне будет проходить. Еще вот одного такого можно только уже меда поставить. Пускай еще пушками дополнительно так настреливает. Офигеть, уже 20 тысяч. Ну и тут уже все очень классно идет. Тут вообще такая линия невероятно идет. Также можем дополнительно вот этого просто поставить по приколу. Только ему надо... Да, независимая цель. А, нет, все. Теперь он вид. Я просто что-то думаю, что-то он не стреляет, не стреляет. А у него проблемы. Блин. Так, давайте его тогда вот сюда поставим. Вот так он точно будет видеть. Независимая цель. Будет теперь намного лучше у нас. Сколько вот эти уже надамажили? 100 тысяч. 200 тысяч. Так, и также давайте мы еще добавим нашу обезьяну ас полностью на нижнюю линию, вот так вот. Добавим алхимика, алхимика тоже на нижнюю линию, чтобы он тут превращал всех. О, я еще хочу вечные шипы, я не знаю, что-то меня вообще проперло. Это же будет вообще классно, они же так будут долго копиться и... Прям вообще. Так. Кого бы нам еще такого прям жесткого, дикого поставить? Я бы хотел на всякий случай, знаете, вот сюда поставить нашу заморозку. Она хоть не прям такая дикая, но она будет очень помогать в любом случае, и мы так сможем дальше пройти. Конечно, мы еще можем ставить и ставить, ставить и ставить. У нас еще целых 700 тысяч.
Словом того, что нам постоянно деньги приходят с нашего бога Солнца и морского Наварха. Ну и как бы еще за уничтожение нам тоже даются все деньги. Но сейчас все-таки я думаю... Так, что я думаю там? Будем, наверное, ставить на паузу и смотреть вообще, что к чему. Сколько мы так протянем. Потом, конечно, проанализируем. К счастью, последние... в одно из последних обновлений добавили о том, что после проигрыша мы можем посмотреть на свою карту. И как бы мы посмотрим, сравним и увидим, кто сколько нанес. Мне, например, очень интересно. Давайте пока что вот так вот посмотрим. У нас супер обезьян нанесла... Сколько? А, она нанесла 5 миллионов всего. 5 миллионов урона. Я думал, что больше на самом деле. Ладно, неплохо. Все равно, с учетом того, что до ее радиуса толком-то и не доходит. Так, обезьян с бумерангом нанесла 5 миллионов тоже. Обезьяна-ниндзя нанес 7 миллионов. Дрочкомет, ну тут 120 тысяч. Вот этот, кстати, вы посмотрите, уже миллион алхимика нанес. Ну, почти 2 миллиона. Он на самом деле очень дикий, он потом будет наносить очень большие суммы по урону. Обезьяна-ас тоже, вы посмотрите, сколько тут. А, тут пока что даже миллиона нет. 290 тысяч. Неплохо. Наварх Морей. Вот он вот прям дикий. Вы посмотрите, тут уже 33 миллиона стоит по урону. Это очень здорово. Я надеюсь, что все так и будет продолжаться. Где у нас тут владыка плазмы? Так, она нанесла тоже почти 5 миллионов урона. С учетом того, что мы ее поставили совсем недавно, то это очень здорово. А так, все, наверное, ставим на паузу и... Будем смотреть, что к чему. Надеюсь, что мы пройдем очень далеко. Я считаю, что пришло время подводить промежуточные итоги. Был только что преодолен 220 раунд. То есть это мой рекорд. И я этому безумно рад. На самом деле это так долго все длится, так долго все проходит, что, если честно, я уже устал. Ну, мы посмотрим, что будет дальше. В этот раз мы сейчас как раз проверим, кто сколько урона нанес. Посмотрите, владыка плазмы нанесла 55 миллионов урона. Потом что тут я клеймётчика поставил, обезьян деревню самую обычную. А вознесенная тень нанесла 53 миллиона урона. Да, точно, 53 миллиона урона. Потом алхимик, представляете, алхимик, который стоит-то всего 1050 с чем-то, нанес 73 миллиона урона. Словом того, что я его поставил одним из последних. Потом у нас господин Глеб нанес 33 миллиона урона. То есть тоже неплохо, хорошо, все очень. Ну тут вот мелкие обезьяны, они понемногу нанесли, поэтому на этом не будем так акцентировать внимание. Этот дрочкомет почти 4 миллиона урона нанес, так-то неплохо. Посмотрите, морской наварх нанес 205 миллионов урона. Вот это вот реально невероятно. Если бы мы ему сделали еще степень прогона очень большую, так это же вообще с ума сойти можно было бы. Так, также я поставил, кстати, обезьяну инженером для того, чтобы апать нашего истинного мстительного бога солнца. Еще для этого даже поставил алхимика с вечным отваром. И тем не менее, он нанес 58 миллионов урона. Несмотря на то, что как бы его радиус хоть и большой, но не так далеко достает. То есть он не сразу же начинает стрелять, и при этом все равно очень круто. Потом вот идет такой дрочкомет на смертельный луч, который прокачан. У него 8 миллионов урона. А дрочкомет, который прокачан на мед, у него почти 15 миллионов урона. И мне как раз, кстати, в комментариях тогда писали, что... верхняя прокачка дрочкомета, по мнению того человека, сильнее. И сейчас мы можем опровергнуть, ну, то есть его мнение, сказать, что все-таки линия посередине, она сильнее. Несмотря на то, что мы их поставили, ну, почти в один раунд, то есть они вместе были поставлены, видно, что этот дрочкомет нанес почти в два раза больше урона, чем лазерный. Ну, также тут у нас вечные шипы. Они тут копятся, но при этом
Но еще не так много до него доходили. То есть, все-таки он нанес немного урона. Но я сейчас стараюсь использовать часто скилл Наварха, потому что без него уже действительно очень тяжело. Там уже такие эти дирижабли идут, я с ума схожу. Прям их очень тяжело пробить. И, к счастью, используя способности, это нам помогает. Я, кстати, что я тут думаю-то? Может быть, попробовать еще поставить... сейчас, как бы вот так вот. Чтобы тут вот все были скиллы. То есть все тут способности. Если наверх прокачать, то тут ведь увеличится урон по мобам. Может, это нам действительно так пригодится, поможет. В любом случае, сейчас я продолжу. Будем смотреть. И я к вам скоро вернусь. Вот и закончилась наша игра. И закончилась она на 257 раунде. Если честно, я старался до последнего. Но уже тут, ну, тут было реально невозможно. Тут укрепленные фиолетовые моабы. И это вообще, это невероятно. Давайте посмотрим, что у нас по статистике. Башен размещено 176. Шаров пробито 1 миллиард 306 миллионов. Получено денег 7 миллионов. Пробито моаб 50 тысяч. Использовано сил 1. Это вот наш фермер был. Использовано способности 298. Обезьяна звезда. Это наш морской наварх. 473 миллиона урона он нанес. Это невероятно. Так, давайте посмотрим карту. Что у нас тут вообще? Вот наш наварх, который нанес столько количества урона. Потом владыка плазмы 92 миллиона. Это, кстати, тоже очень много. Потом кто у нас? Алхимик 305 миллионов. Вы понимаете, 305 миллионов с условием того, что он стоит в общей сложности 1060. Поэтому его я вам прям советую, на самом деле, если вы хотите идти дальше, там, как можно дольше прожить, то алхимик это действительно то, что надо. Так, потом вознесенная тень нанесла 117 миллионов. Тоже здорово. Но вы просто сравните разницу. То есть этот стоит 700 тысяч, а этот 1060. И вот. А алхимик нанес 3 раза больше урона. Обезьяна с бумерангом, наш господин Глеф, нанес 70 миллионов. Я уж начинаю путаться. То есть тоже очень даже хорошо. Наша обезьяна Ас нанесла 123 миллиона урона. Или как? Подождите. А, не. 12 миллионов урона. Посмотрел сейчас, все нормально. Ну, 12 миллионов урона тоже очень здорово. Тут вот друид миллион урона. Ледяная обезьяна 500 000. Еще один друид 1,5 миллиона. А наша супер обезьяна нанесла 178 миллионов урона. И почти миллион денег нам она принесла. Вот этот алхимик 21 тысяча всего. Наш дротикомет, который на плазму прокачан, 22 миллиона урона нанес. А дротикомет, который посередине был прокачан, нанес 37 миллионов урона. А завод на самом деле не так много нанес. Ну как бы всего 500 000. Я бы не сказал, что он прям какой-то такой невероятный. Он, наверное, больше полезен в начале игры, потому что сейчас уже пошли такие дирижабли, которые, ну, просто так все сносили, что им было все равно на эти шипы. Потом вот, что у нас по Бенджамину? 213 тысяч монет он нам принес. Спасибо ему большое за это. И у меня теперь новый рекорд. 257 раундов. До этого было 220 всего лишь, то есть намного дальше ушел, и это очень классно. Мне даже интересно, какой у вас максимальный раунд. Давайте вот пишите в комментариях, посмотрим, как далеко вы заходили. А то вдруг вы еще дальше были, и мне интересно, как это вообще все вышло. У нас новое достижение даже появилось. Два даже. Так, притяните 3000 шаров моаб с способностью ликвидация моаб. Классно. Плюс достижения. И еще сделайте 25 тысяч критических ударов. Ой, здорово, здорово. Так, ну у нас тут еще приближаются многие достижения. Это очень здорово. Поэтому серия на самом деле вышла очень долгая. Вот для вас, может быть, она выйдет где-то в час с чем-то.
Но у меня уже непрерывная запись идет 2,5 часа. То есть 2,5 часа ушло на то, чтобы дойти до 257-го раунда. Поэтому я надеюсь, что вы оцените это видео по заслугам, поставите лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!